снова всем welcome. Это снова я, знаменитый магазин Буков. Но в таком размере я его еще не посещал. Скажем так, это мой первый этот магазин Буков, многоэтажный. Называется он Супер Базар. Вот видно, да, Супер Базар. И как бы этим все сказано. Конечно, я приехал сегодня на байке сюда, естественно, много вещей я с собой не увезу, но, как вы все знаете, в Японии очень любят комиссионные магазины, в том числе и японцы. И таких размахов комиссионки я еще не видел. Сейчас зайдем, глянем, посмотрим, что там внутри. Сразу тут столы. Сразу второй этаж, там бытовая техника, мебель. Вот она орёт, а? Как громко-то, а? Ну, начинаем здесь мы с вещей. Давайте пройдемся. Просто я не буду показывать все полностью. Как видно, вот цены. 200 йен, 100 йен. Пожалуйста. Бери, не хочу. За 100 йен вполне можно что-нибудь взять, там и кружечку или еще что-то. На зиму вот куртки разные. Смотрите только, сколько их. Конечно, цена уже не 100, не 200 йен, но и не там 5000, как в обычных магазинах, а всего где-то в районе 1000-2000. Очень даже неплохо за куртку такие деньги отдать, в принципе, норм. Здесь находятся чашки, тоже можно себе подобрать чайный сервиз, очень даже недорого. Тем более, очень много вещей брендовых. Например, там эти вот как Hermes там и так далее. Вот, также японское стекло, японский фарфор есть. Ну, много, да, очень много. Также разного рода здесь идут часы, аксессуары, вазы, тарелки, вот даже блюда вот такие огромные. Кстати, вот почему такое большое блюдо? У нас вот нету таких. Ну, всего 1200 йен, вот такое огромное блюдо. 1200 йен, вполне норм. Учитывая цены в Японии, это очень даже дешево. Потому что в Японии стоит все дорого. А вот здесь еще стоят вазы. Тоже, кстати, вот такие вот вазы очень трудно найти в Японии. А здесь, пожалуйста, вот прям старенькие такие, видно. По 1000, по 2000 йен за вазы. Вполне норм. Ну, кофта тут в основном женская, как бы. Вот, плащи. Прям вот по чем плащ? Плащ вот женский, пожалуйста, 1600 йен, вполне хорошее состояние, никаких этих моль ничего не поела, и в целом на зиму, так на осень сойдет поносить. Джинсы тут, вон джинсы, пожалуйста, 200-500 йен, блин, все копейки. То есть по сути студенты вот прям сюда вот самый топ попасть, и можно прям накупить себе одежды на ближайшие пару лет недорого. Далее, вот одежда идет для детей. Но в принципе для детей тоже норма одежда, она не такая дорогая здесь. Хотя некоторые ценники прям поражают. Вот, например, видите, 1200 йен, там 800 йен. Примерно как у детей, так же у родителей цена одинаковая. Вот 800 йен за юбку. То есть, но при этом как бы здесь выбор большой. И даже вот для, скажем так, для начинающих семей, которые только-только задумали там, завели там своего первого ребенка, вполне нормально, так чтобы не растрачиваться по первости, там не покупать дорогих новых вещей. Вот можно обойтись такими, а потом уже купить что-нибудь бэушное, эти новые уже. Ну что еще здесь интересно? Ну, так же разные тут обувь, кимоно на всякие праздники. Кстати, почем кимоно стоит? 500 йен, 10 тысяч. 800 йен. Блин, разные цены совершенно. Разные игрушки здесь. Пожалуйста. Вот поезда. Это вот которые знаменитые японские вот эти вот поезда. Вот для них идет ЖД. Пути разные. Там стрелки туда-сюда переводятся. Вполне интересно. То есть. И модельки сами вот поездов здесь идут. Что тут еще есть? Ну, такие вот есть еще тут модели. Очень много разных игрушек. Да, игрушек здесь полно. Детские велосипеды, коляски, всякие олени тут качающиеся. Или это лось, да. Вот машинки эти. Есть на батарейках, кстати, вот я такие видел. А есть вот на... А это вот на педалях. Прикольно, кстати, на педалях. Я
Я такое в детстве мечтал. Но не именно такое, немного другая, конечно, модель была. Ну, детские кресла, удерживающие для автомобиля, стоят примерно вот начиная. Нет, вообще, вот, начиная от 2000, грубо говоря, йен. И заканчивая вот 12. Да, самый дорогой 13 тысяч. Пожалуйста. Очень дешево. То есть с новым не сравнить. Здесь вот написано, сколько стоит новое. Вот видите, снизу цена. Пожалуйста. Очень выгодно. Ну, коляски разные. Тут, конечно, это все понятно. Давайте мы не будем здесь заострять внимание, что тут есть еще, посмотрим быстренько. Здесь же коляски, 17 тысяч коляски. Так, там кровати в сборе. То есть вот очень удобно вот тем, кто вырастил ребенка, надо куда-то кровать девать, взялся, разобрал, продал сюда, все. Как бы следующий пришел, кто-то там купил себе, начал пользоваться. Вот удобно тоже. Футболка. Футболок здесь. Ух, офигеть. Я таких, слушай, радуга прям. Ну, конечно, они потертые, там какие-то попользованные уже, некоторые как уже изгаженные. Некоторые в нормальном состоянии до сих пор. Но рубашки тоже можно взять. Вполне норм. Так вот взял на работу ходить себе там. Какие-нибудь там. Не сказать, что там прям, ну, такие новые. Но норм тоже. А вот, кстати, вот мужские плащи. Тоже цена, пожалуйста, 2000 йен там. Так, здесь обувь. Немного тоже рубашки, бренд. Ну, типа брендовые. То есть здесь в центре находятся в основном брендовые вещи. Поэтому, как бы, цены, естественно, дороже. Что еще здесь? Ну, сумки, рюкзаки, давайте глянем, еще почем там сумка, рюкзак там. Для ноутов он 2-3 тысячи где-то так стоит. Рюкзаки тоже по 4. Но мы продолжаем. Второй этаж. Что тут есть? Виты всякие. Так, DC-шки. Сразу начинаются телефоны, игровые приставки. Также, ну, вот плойки. Это четвертое. Ну, средняя цена там 25 тысяч, 24. Так, ну что ж, погнали дальше. Что тут? Джойстики, гитары. В принципе, электрогитары, синтезаторы. Дофига всего. Ну, конечно, для любителей гольфа. Гольф, клюшки. Ёпарас, это сколько их тут. Вон, гляньте только. Любая на выбор. Конечно, удобно для тех, кто уже завершил свой хобби. Микшеры, комбики для гитар там. Очень удобно. Гитар синтезаторов. Хлебопечки. Очень даже удобно сюда пришел. Не надо новую покупать. Я вам говорю, вот в Японии можно вообще на халяву всякие вот эти микроволновки взять. Эти там хлебопечки или еще там тостер, там кофеварки. Многие люди, уезжая, отдают их за так, потому что им нет времени бегать по этим комиссионкам продавать. Вот центр, кстати. У меня вот примерно такой же центр. Тоже бесплатно это приобрел. Или не такого. Вот типа такого. Да, только чуть побольше. С двумя этими. Хорошо. У них какие-то вот мини-диски там идут. Вот я таких у нас в России не встречал, таких картриджи для мини-дисков. То есть с Японии они очень популярны. Были. Сейчас не очень. Также есть всякие вот проигрыватели пластинок. Здесь, наверное, я сейчас не найду, но есть такие эти, называется диск, лазер-диск, размером где-то, наверное, 30 или 40 сантиметров в диаметре, огромные. Разные брелоки, по 200 йен, по 200, по 100 йен. О, для любителей олдскула, пожалуйста, супер фамиком еще в чемодане, в кейсе жестком. Или вот, пожалуйста, Nintendo Disk System, вот. Потом, что там еще есть? Famicom, Nintendo Super Famicom, Sega Dreamcast. Далее, что там? Конечно, ну, сейчас уже японцы особо не играют. Вот тут Neo Geo. Что еще там есть? Brother. Что это? Brother какой-то. Я не знаю, это что такие, блин. Внизу вообще печатные машинки. Ёпаласы. Что там еще? Вот такой вот Super Famicom есть еще. Или просто фамилия. Здесь только как бы в основном японское же. Вы заметили, да? Да, в основном все японское. Нет такой-то китайщины. Пульты разные. Провода. Для ноута классная штука очень.
Синовый стоит около 4-5 тысяч, а здесь, пожалуйста, за 900 йен. Очень удобно для ноутов, если перегревается, особенно в жаркую погоду. Ну, далее всякие здесь приблуды для этих, там, провода, для джойстиков, что-то еще. О, вот тут вот аниме пошло.